Да, ну не настолько. Для чего вообще придумали лапел, с моей точки зрения? Ну, объективно, всегда встречаются соперники сильнее, техничнее, более подготовленные, а лапел – это ваша фишка, с помощью которой вы создаете трудности сопернику, несмотря на его там физические или технические кондиции. Вот. Первое, с чем я столкнулся, когда ко мне с завидной постоянностью в гости стал приезжать Загит Багаутинов, что я абсолютно ничего не могу с ним сделать. Вот. И в один момент мне в голову пришла вот такая вот идея примотать его к себе в закрытом гарде. Вот. Это я сделал вот таким образом. И это движение мне обеспечило, ну, какое-то время наподумать. Соответственно, все те же самые действия, которые мы делаем в закрытом гарде, там, кимура свип, кимура болевой, рычаг локтя, ну, рычаг локтя здесь немножко менее очевидно работает, но, тем не менее, также работает. Самое важное, что у меня есть, я его могу хорошенько раскачать. То есть, первое, что я смог сделать, там первые 2 балла, которые я заработал с помощью этой опции, это было, я натянул на себя, забрал ногу и сделал, наверное, это flower sweep, да? Ну, пусть будет. Ну, это что-то типа flower sweep. Итак, что мы сейчас делаем? Садимся с соперником, закрытый гард с напарником, достаем лапел, соответственно, если он коротковат, подтягиваем его к себе, вставляем ногу, вытягиваем его подальше и наматываем его на бедро. Затем пробуем его раскачать. Как только раскачали достаточно, заправляем. Заправляем противоположную свободную руку под ногу. Не садись. А ты не садишься? Вот. Противоположную свободную руку под ногу. Вот. И отсюда я встаю на эту сторону. Раз. И второй вариант свипа. Я раскачиваю и толкаю его уже на эту сторону, где я держу. А от чего зависит успех этого свипа? Оба этих свипа, они, ну, достаточно маловероятные в силу объективных причин. У соперника свободные руки. Но я его начинаю переворачивать сюда, он выставляет руку, мы его переворачиваем в другую сторону. Давайте попробуем. Опция номер раз. Опция номер два. Раз, два. Погнали.